В Ульяновске стартовал 10-й международный культурный форум. На мероприятии собрались политические и общественные деятели, федеральные эксперты и иностранные гости. Губернатор Сергей Морозов обозначил приоритетные направления, в которых необходимо развиваться. Ориентир устойчивого развития заданных. Ну, во-первых, если кто-то подзабыл, напомню о том, что это указ президента Российской Федерации о национальных целях развития до 2030 года. И если там глубоко посмотрите, то увидите о том, что и креативная экономика, и инвестиции в творческий капитал территории и населения, и развитие компетенций будущего. Достижение целей устойчивого развития поручили молодому поколению. Ставка на юные умы не случайна, ведь активисты молодежных сообществ выполняют поставленные задачи активно и с юношеским задором. По мнению федеральных экспертов, у ульяновцев потенциала предостаточно. Любой может найти себе там задачи по плечу, та, которым интересно, от экологии до, не знаю, политического участия. Тем более Ульяновск тоже в этом смысле особенный. Один ваш известный земляк, да, юбилей, который мы в этом году отмечаем, 150 лет назад, наверное, был одним из тех, который вот по духу и по содержанию, собственно, формулировал 100 лет назад свои цели устойчивого развития. Более 10 лет в России воплощается программа «Регионы России. Устойчивое развитие». В программу входят проекты, направленные на улучшение социальной, культурной и экономической сфер. Лучшие образцы замечают в Организации Объединенных Наций. И таким образом мы участвуем в международном движении в поддержку целей устойчивого развития. И эти цели устойчивого развития на самом деле помогают регионам развиваться, повышать социально-экономический уровень региона. И это доходит до конкретного человека, до его уровня жизни. Круглый стол, как и другие мероприятия, прошел в гибридном формате. Спикеры присутствовали очно и общались через онлайн-платформы. Международный форум организован руководителями фонда «Ульяновск. Культурная столица» при поддержке регионального правительства. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Улправды ТВ.